Добренькое утро, я вот тут только что покушал, идеально. Так, заходим в мою любимую деревню жителей номер 17, и сегодня будем заниматься своими фермерскими делами. Так, а, точно, я же там большую часть отнес. Кстати, из той секретки, в одной из предыдущих серий, помните, я нашел дофига там золота, всего? Да, кстати, как девушки, ребятишки. Вот, я все спрятал в секретную нычку, да-да-да, вам я ее не буду показывать, то мало ли еще, придут и ограбят. Брат, ля ты крыса просто. Вот, а мотышку, она у меня на днях сломалась, поэтому сейчас пойду новую покупать. Вот, так, Андерман, Андерман! Что такое? Слушай, наконец-то ты зашел, короче, тут это через пару часов уже цунами придет! Вот это поворот! В смысле цунами? А вот так вот, давай, быстрее помогай нам, мы думали, что ты вообще сегодня не зайдешь. Я знаю, сегодня слишком как-то рано оно началось, но обычно оно вечером, а тут вот так вот. Капец, это был я, получается, побежал готовиться. Подожди, это хоть правда? Ну конечно, иди у мэра, спроси, капец, давай быстрее. Так. Так, мэр, вот, мэр, здравствуйте. Здравствуйте. Тебе уже сообщили про цунами? Да, мне вот сообщили, оказывается, это правда. Все, я тогда побежала, не забудьте мне креатив выдать. Давай! Так, капец, ребята, да экстренная ситуация, даже не успел себе мотыгу купить ничего. Так, ладно, сейчас должны выдать мне креатив с минуты на минуту, и сейчас буду строить бункер. Опа-на, смотрите, только что мне выдали креатив, отлично. Все, сразу же, смотрите, я тогда захожу вот сюда. Так, где там обсидиан? Ага, и мне еще нужен бедрок. Где он? Ага, вот он. И теперь смотрите, каким образом мы делаем. Подождите, а еще цунами такой будет? Надо у жителей спросить. Так. Жители. Из чего цунами то хоть будет? Цунами у нас будет, я сейчас помню, подожди. А, из кварца, точно. Из кварца? Блин, а вот это уже фигово. Так, ну он такой, довольно прочный, насколько я знаю, блок. Ладно, так, давайте попробуем вообще построить что-то. Так, сегодня я укрепление сделал посильнее, поэтому... Первый слой такой вот обсидиановый будет, прямо жесткий такой вот. Я решу прямо хорошенько подготовиться в этот раз. Теперь буду за бункерами следить, так сказать. Но в том плане, то, что они постоянно разваливаются, а в этот раз постараюсь хорошенечко все построить. Ну вот, новым методом. Метод под названием лепеха очень хорошо работает, наверное, им опять и воспользуюсь. Вот, так, значит, так вот делаем, смотрите. Ага, потом здесь блок и... Здесь вот так вот бам. Ага, отлично. Теперь с этой стороны мы должны проложить вот так вот бедрок. И с этой стороны вот так вот, вот сюда. Отлично. Ага, теперь. Ой, что-то носик заложило немножко. Ну, бывает, в принципе. Так, смотрите, здесь у нас будет вот такой вот спуск. Здесь дверь, и тут сразу же спуск. Ну что, ребята, короче, вот так вот у нас там получается. Там лесенка такая, ага. И сейчас я, короче, делаю, собственно, саму комнату. Так. Ай, темно, конечно, особо ничего там не увидишь. Но ничего, все равно бункер я должен построить, поэтому сет 0. Ба-бам! Получилось, отлично. Теперь ставим освещение временно. И вам не кажется, что комната какая-то слишком сегодня огромная? Ну ладно, значит, больше всего поместится. Так, пол. Пол давайте сделаем из досочек все-таки. Так, сет... Так, как там досочки у нас? А, вспомнил. Планкс. Вот так вот, да? Да, отлично. Теперь. Бам. Бам. Сет. Обсидиан. Отлично, все. Теперь это обсидиановая стеночка. Давайте сюда поставим факелочки. Факелочки как-то странно прозвучало, но да ладно, в принципе. Так, теперь. Выделяем раз, выделяем два. Ставим сет. Обсидиан. Отлично, все, здесь все готово. Теперь ставим вот так вот факелочки. Ага, теперь сюда. Раз. Так, давай, ставься. Ага, раз и два. Сет обсидиан. Отлично. Потом мы ставим вот так вот освещение сразу же. А, так подождите, факела, получается, не убирается, когда я сет обсидиан прописываю. А, ну тогда, получается, давайте ставить и не бояться то, что все разломается. Пам, пам. Так, сет обсиди. Так, господи, две А зачем, ой, две Д зачем-то поставил. Вот, вот сюда, да, все, факела не убирается, тогда нормально. Получается, здесь сет обсидиан. Отлично.
Теперь сверху мы ставим для укрепления, естественно, бедрок. Что же еще? Ага, сет. Бедрок. Все, отлично. Вот, вот такая комната у нас получилась. Давайте теперь займемся декором. Получается, раз, два, три. Всякие вот такие вот предметики. Так, сундучки, естественно. Как же без них? Ага, так, ну, я тут кое-что сломал. Так, печечки, сундуки. Надо побольше сундуков. Еще печечки. Потом еще сундучки. Тут у нас даже версточки идут. Ага, и еще печечки, да. Дальше у нас с этой стороны будут кровати для жителей. Давайте обычного такого вот красненького цвета. Какого-нибудь, да. Ага. И вот так вот мы сейчас их поставим. Оп, 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 оп. Отлично. Теперь здесь. А, вот, ребята, примерно столько. Даже можно еще один рядик, почему бы и нет, в принципе. Вот так вот сделаем, да. Так. А, сюда почему-то не ставят. Видимо, из-за факелов. Ну ладно, в принципе, и так жителей у нас не очень много. Ну, тут просто можно тоже печки, тоже так вот сундучки, верстаки. Вот, отлично. Я, в принципе, не знаю, что можно еще сюда добавить. Мне кажется, и так хорошо. Давайте чисто вот ковер какой-нибудь, постель. Почему бы и нет? Жителям должно быть тут тепло, хорошо. Фиг знает. Так. Так, подождите, еще трясти, уже все начинает. Так, подождите, что-то мы это, ребят, немножечко, по-моему, что-то не успеваем. Так, ладно, это по-моему, первая тряска. Я ее, как правило, в видосы не вставляю, но, видимо, сегодня придется. Так, а то, мало ли, еще запутаю вас. Ну, ладно. Так, короче, как-то так. Все, давайте, надо быстрее звать жителей. Жители! Так, 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 быстрее наверх. Ага, тут темнеет, ну пофиг, в принципе. Жители, все в бункер! О, жители, еще отсюда это хоть будет из кварца. Ужас, капец! Я надеюсь, бункер выдержит. Так, 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 жители, сохраняем спокойствие. Все как обычно. Я сегодня без Андрея Старшего, но я все равно не пальцем деланный. Хотя я, как правило, все время даже с Андреем Старшим сам строю. Ну, пофиг. А, так, жители, все, сохраняем спокойствие. И, ой, начинается, ребята. Так, все, тихо. Ну, вставать по углам, чтобы хотя бы держаться за что-то, не знаю. Ой, жители, начинается! Ой, капец. Чё так резко, так как всегда все обвалилось, капец. Ой, так, ой, жители, давайте выходите. Ага, так, давай тут еще один. Капец, как хорошо, что я успел из креатива кирку взять. Давайте вы вылезайте. Так, о, тут еще один житель. И опять скелеты, ну блин, ну как так, так, когда уже не будет этих скелетов. Когда, блин, как-то я же тогда построил бункер, что вообще никто не погиб. Надо... По такому же чертежу их строить, эти бункеры. Капец, так, тут вроде бы никто больше не валяется. Так, ой, повсюду эти скелеты. Так, вы не против, если я вас немножечко подвину, скелетроны? Так, ага. Так, тебя надо вытащить. Давай, выбегай, выбегай, скорее, скорее, давай. Мимо всех. Так, хорошо. Теперь давайте посадим нашего друга куда-нибудь вот сюда. К другому другу. А, так. Вот, давай вот здесь посиди. Так, жители, сохраняй спокойствие. Сейчас мы будем отсюда выбираться. Так, и... Ой, капец, я боюсь, что там сейчас на улице, как всегда, все деревни в хлам будет. Так, жители, сохраняй спокойствие. В принципе, я вроде бы все смотрел. Ага, только вот тебя я не заметил. Ага, все, вот теперь точно все освобождены, получается. Так, жители, все, начинается эвакуация. Так, открываем. Закрываем так, чтобы жители ко мне не шли. И давайте попробуем как-то отсюда выбраться. Так, ломаем вот этот обсидиан, потому что он нам 100% мешает, собственно, здесь. Так, страшно подумать, что там будет в деревне. Но надеюсь, там все будет хорошо. Так, ладно. Ломаем обсидиан потихонечку. Так, давай, давай, давай. Ну уже, ну уже, давай, еще чуть-чуть. И отлично. Так, поднимаемся. О, тут у нас проход. Все, просто, просто джекпот. Отлично. Теперь мы, получается, это все ломаем и выбираемся наружу. Заодно уголечек собираем. Ладно, лишним не будет. Как говорится, так, все, погнали. Да, ребята. Разнесло, конечно, деревню, как всегда. И, так, что это, что это? Да, кварцевые блоки. Так, ну ладно, в принципе, надо проверить мой дом, во-первых. Да, все обвалилось. Крыши нет, зато вид на небо, да, круто. Ай, капец, опять все восстанавливать надо будет, жесть. Хорошо, что огороды толком не пострадали. М-да, но цунами
Жесткие, конечно, у нас вы проходят в деревне. Не повезло нам с местом, постоянно какие-то цунами, то все. Да, ну ладно, ничего страшного. И не с таком выживали. Так, а теперь надо, короче, сбегать за жителями, поскольку они там до сих пор сидят в своих нычках. Выбирайтесь, свобода, давайте, жители. Все, так, 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 они погнали. Давайте, я с вами, я с вами. Все, 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 валим быстрее. Жители, давайте, не задерживайтесь там. А, давай, пошел, давай. Молодец, все. Фух, все, давайте, жители, выходите на свободу. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои лайки, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, там все дела. Всем, собственно, покулики, до свидулики.